Еще один регулируемый пешеходный переход. На перекрестке улицы Карла Маркса и Шереметьевского проспекта установили систему светофорных объектов. Сделано это в связи с реконструкцией вокзальной площади. Установка светофоров необходима не только пешеходам, но и транспорту. Новая система движения троллейбусов по вокзальной площади требует регулируемых перекрестков. В штатном режиме все светофоры заработают в ближайшие 2 недели. Необходимость введения нового объекта регулирования дорожного движения связана с принципиально новой схемой движения на вокзальной площади. В настоящее время по данной организации завершается монтаж оборудования. В течение 3 дней будут проведены пусконаладочные работы, и светофор сначала заработает в режиме желтого мигания, а затем после установки всех соответствующих технических средств организации движения, дорожных знаков, направляющих устройств, он будет переведен в постоянный режим работы.